Более 20 магаданцев стали участниками прямой телефонной линии с мэром. На вопросы жителей Юрий Гришан отвечал 3 часа. Каждый раз горожане с различными проблемами просят помощи градоначальника. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и органами опеки, жилищные и земельные проблемы. Пользуясь возможностью, магаданцы задавали сразу по несколько вопросов. По окончанию приема звонков формируется маршрут объезда по городу. Во время него мэр Магадана лично знакомится с текущим положением дел. Напомним, прямая линия работает по понедельникам, среды, дам и пятницы с 14 до 17 часов, телефон 62 50 65. Кроме того, ежемесячно Юрий Гришан проводит прием граждан по личным вопросам. Чтобы попасть к нему на прием, необходимо написать заявление в кабинете номер 105 мэрии Магадана.